записать. Нет, не ливайте пока слобик кто-нибудь. Кого есть там, записывайся хуйникой. То вдруг у меня косяк. Выиграли? Да, ты. Ну, молодцы. Долго. В конце только мы забиваем. Весь матч мне. Ладно, пока. Давай, да. Так. Так, все, я попал в ломбе. Мы можем выходить? Угу. Че, выходить можно, все? Да, да. На всякий случай, а то у меня там косяк. Понятно. Ванька, что, давайте, до завтра. Давай. Пока. Пока, парни. Нет, типа в первом тайме двух игроков Спартака не удалил. Да это хуйня, что ты слушаешь. Вор! Относительно легкий мяч для вратаря. Мы же лишь бы всякую хуйню попиздеть. Типа вывести из себя там, знаешь, все дела. Хотя бы мяча было бы неплохо. Тут может что-то получиться. Он накручен. Ударище просто. Выходят они вперед в счете. А, глушак. Издали. Опять издали. Да. Ну, рикошет был. Исход этого матча совершенно не ясен. Любой может победить. Левандовский! Левандовский!